Сегодня я нахожусь в конном клубе Экитера. И сегодня я немножко поснимаю лошадок. Привет! Красота! Ну, не надо, брат. Насадка. Что тут еще за мелюзга такая? У нас их 4. Мощик. У нас все 4 люди. Что, выспались ты? Или зачем? А что, выкинь-ка? Как вас зовут? А у вас есть что-нибудь от головы? Это старая шутка. Здравствуйте. А у вас есть что-нибудь от головы? А у вас нет. Или там, а у вас есть Харамамбару? А может быть что-нибудь от головы? Это еще это Петросян там ставил. Вот она, пистолашечка. Нос. Вот такой вот нос. Серьезная женщина. Ну все, 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 я ушла. А, кушать просто? А я думала, он злится. Это что он так делает? Ого.
кружочек. Не будешь на камеру? Во! Вот это номер. А, скажите, что вы сейчас будете делать? Мы сейчас будем делать салатик. А для кого? Для жителей этого дворца из дерева и металла. Отлично. Видели их? Конечно. Вот для них. Рубим по-крупному.